Итак, всех приветствую на канале. Сегодня у нас заключительный день в Идливар. Собственно, что будет? Добьем элитную охоту. Как раз здесь, ну, не хватает у меня чуть-чуть. Посмотрим, насколько у меня сильная нынче команда. Все равно не хватило. Давайте еще штук 8 кинем. Да ну. Добили все-таки. Теперь единороги, значит. Ну давайте на единорогов 28 закинем. Ха, они даже не сдвинулись, прикиньте. Насколько тут команда суровая. Однозначно здесь увеличили мощу. Вот, поэтому как бы тут особо так не получается затащить. Ну и вторая часть — это рулетка. То есть будем сейчас вращать. И элитную, и не элитную. Кстати, вот что дали в награду. Неплохо. Весьма. Так, значит, у нас тут еще же созвездие. Сейчас глянем, давайте, близнецов накачаем. 4500 у нас пока что нету. Поэтому будем двигаться в ином направлении. Так. Думаю, штуки 4 нам хватит. Не, этот, видимо, вообще его не завалить. Ну и ладно. Бог с ним. Здесь сундуки можно забрать. Добавим. Пока не хватает нам на ключи. Поехали в рулетку. Значит, начнем с обычной. Здесь, я думаю, соточку крутанем. Может, выпадет пятерка. Пока что нету. Кольцо выпало. Ну, в общем, такие вот дела. Стандартная здесь ситуация, что ничего не падает. Мы последнюю крутим. Все, значит. Пятьдесят сделали. А, еще 12 надо. Ну, в принципе, суть-то такая, что здесь не влияет. Влияет ситуация вот в этой рулетке. Потому что здесь есть крутые персонажи, в частности Хора, который нам выпал. Сейчас я гляну, кто нам нужен еще из игроков. Ну, мы, понятное дело, что качаем вот этого Некро. Для того, чтобы его выше качнуть, нужен один еще Некро. Он у нас есть. Давайте поставим, может быть, свечение смерти, если возможно. А, в желании нет, нельзя. Понял. Тогда смотрим, кого нам надо качать. Из желаемых. Да на самом деле Хора. Потом понадобится. Я бы вот эту бы даму взял, Аврору. Но ее нельзя тоже вытянуть. То есть можно либо фиолов каких-нибудь, либо Атрай. Ладно, давайте Хору оставим так.
Выпадет, не выпадет. Не выпал. Ну, давайте еще 5 не выпал. Так, ладно. Не выпали у нас нужные темы. Жаль, конечно, но вот в борьбе за элитным вот этим фрагментом идем. Так. Может, здесь кто? Ну, элементаль выпал. Но пока что никого не вкачать. Все, давайте еще крутанем последнюю двадцаточку. Не выпало. Ну-ка, если обновим, кто будет у нас. А, ну на пятерке она же. То есть на пятерке не обновляется, видимо, пока время не уйдет. Так, здесь эту фишку купили. Нам бы еще бы по-хорошему бы 5 бы, да, их. Мы заработаем персонажа. 50 осколков синих. Что нам для этого нужно? Здесь, допустим, 3. Одно есть, да? Еще 2 надо будет. В магазине мы сможем на рынке купить одну, да? Фишку. Одну сможем. Тартари, по-моему, не продаются, да? Да. Очень жаль, но, видимо, тогда не судьба нам заработать, потому что сегодня последний день. Вот. Завтра уже начнется новый лайв. Такие дела. Ну, на этом тогда будем заканчивать. Ждите завтрашний ролик. Начнем традиционно с Tap Tap Heroes. Ну, и не забывайте комментировать, подписываться, проявлять активность. Пока-пока.